Друзья, советую подписаться на канал Влади. Парень учится в Германии, посещает тренажерный зал, очень быстро прогрессирует и каждый месяц удивляет своей новой трансформацией. Если хочешь посмотреть на его трансформацию, подпишись, ссылка в описании. Всем привет, друзья! Снимаем зарубу раунд 2 между чистым эктоморфом и не совсем чистым мезоморфом. У нас вес где-то, ну, сколько ты весишь? У меня в районе 70-72. 72 где-то, у меня 67,5-68. То есть он побольше весит, при учете, что у нас рост, я выше его. То есть, да. И у нас конечности по-любому, у меня длиннее, у него короче. Ну что, начнем. У нас будут упражнения такие, как жим и подъемы на скамье сквота. Поехали. В жиме мы будем делать 80, 70, 60 на максимум. Я даже знаю, кто выиграет. Ну, понятно. Да. Просто проверим, честно. Да. Я 100 лет сам не делал. Попробуем. Поехали, короче. Я Make a noise, Henderson, the announcer. Stay round bars, all I'm missing is a bouncer. Ain't fucking with my camp, my position is a counselor. They say that life a bitch, but don't you dare denounce her. Sharp like a motherfucking dagger. And I walk through like fuck your swagger. Just gotta say, wasn't always this way. But you know sometimes we all fall. Niagara's really if you're gonna get up. Viagra, y'all don't get the picture. Maybe I should tag ya. Maybe I should make that shit a little more clearer. Cause it's time for reflection. I don't need a mirror, but I knew that my drive it would take me far. Now my rate of interest going up APR. Yeah, you're blowing hot air like a dryer. I'ma set it off, then set it on fire, bitch. Bars and an alcoholic. Hope your blood picking up, cause I'm about to call it. I got the game in my back pocket like a wallet. 70-80 получилось. Ну так слабенько. Плечо правое отказалось. Used to Medusa, I ain't fucking with you snakes. I fight for my career, but I'll never hit the brakes. I'm the answer, if you wanna ask me. I'm a smart guy, but you never gone past me. Been spitting real since Drake was on the grassy. Ain't that shit about a bitch, Lassie. Knew that my drive, it would take me far. Now my rate of interest going up, APR. Yeah, you're blowing hot air like a dryer. I'ma set it off, then set it on fire, bitch. Yeah. Try to bring me down, but I don't give a fuck. You should probably kick me now. Yeah, I'm moving forward. Y'all should fall back. Я в жиме просто никакущий вообще. Tell me what you call that. What, working every night, so everything I write takes flight. Kinda like a kite, I'm like Mike on a mic. But I might fight for the right with the might of a night in the sight of the light. Alright, alright. Yeah, you try to take our shine. Bad boy, 99. Tell them that we doing just fine. It's our time, and we gonna let it. Ну что, мы теперь переходим к подъемам на битку на скамье скота. Будем делать 40 килограмм, 30 и 20. Так сделаем. Да. У нас получается 2,5, 2,5, 2,5, 10, ой, 5 килограмм. То же самое. И тут тоже 5, 2,5, 2,5, 2,5 и 15, да? Гриф 15 килограмм. To me, I
мне жопу арчу. Да нет, что 30? Жиза, да, теперь 30 килограмм делаем. Слушай, ну это полегче. Опять я, знаешь, стою и занесу. Меня, короче, природа мышцами наделила большими, но я рад, что наделила большими битками, по крайней мере. Ребят, мы что-то посмотрели и поняли, что 20 будет совсем легко, поэтому мы решили оставить 25 в последнем подходе. Последний подход, 25 килограмм. Саня сделал 18-18. Мне надо тоже попробовать, хотя у меня просто забили. Ладно, 18, пусть будет. У меня дико забились предплечья, больше бит. Прям невыносимо, я кисть не могу согнуть. Я так... Короче, ребята, да, победила дружба, посчитаем, там все на камере точно написано, насколько, когда мы делали, мы выкладывались полностью, и посчитать количество иногда мы просто забывали. Видите, такой прикол, что, короче, нельзя точно определить, выиграет мезоморф или эктоморф, у всех разные мышцы. Разный уровень подготовленности. Да, у кого-то лучше накачаны там бицепсы, например, как у меня, у кого-то грудь, там у кого-то плечи и так далее. У Сани, видите, верх какой, у него просто массивный, поэтому ему жилы просто вот так идут, на раз, два, три, как орешки щелкает. А у меня битки только есть. Все, короче, ничья, победила дружба. Как обычно. Да, увидимся в следующем выпуске, друзья. Пока.